За что задержали вас сотрудники полиции? За ограбление магазина «Ювелирно». Вы обстоятельства расскажите с самого начала. Как вы вообще приехали? Откуда приехали? С кем? На чем? Приехал с Москвы с магой. Ну, я его так знаю, мага. Кто это? На машине. Ну, который рядом со мной был парень. Угу. Он со мной ехал. Ну, с Москвы приехали. И прямо в привоз приехали. Приехали, посмотрели магазин. Приволжское золото и серебро привлекает не только покупателей, но и грабителей. Двое жителей ближнего зарубежья в поисках легкой наживы заглянули в один из ювелирных магазинов города. Угрожая продавцам пистолетом, молодые люди в медицинских масках забрали украшений на 800 тысяч рублей. Сотрудники магазина незамедлительно обратились в полицию и подробно описали нападавших. Благодаря этому похитителей удалось задержать по горячим следам. По словам одного из задержанных, уже подъехав к магазину, подельники долго решали, стоит ли идти на преступление. Желание в прямом смысле слова «озолотиться» взяло верх. Пока один рассовывал по карманам золотые украшения, другой сторожил вход в магазин. По горячим следам полиция установила машину налетчиков и задержала молодых людей на выезде из города. Задержанными оказались двое уроженцев ближнего зарубежья, 29 и 28 лет. Выяснилось, что фигуранты приехали в Приволжск на арендованном автомобиле из Московской области, заранее спланировав преступление. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция по данной статье до 10 лет лишения свободы. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.